Доброе утро. Поздний завтрак. Сегодня будет поздний завтрак, потому что никуда я не поехала сегодня. Дела у меня в Жуковском отменились, поэтому я не поехала в Леруа Мерлен. Думаю, ладно, воскресенье. Поэтому будем завтракать вместе. Сейчас 12 часов. Ну, даже по нашим-то меркам совсем не поздний завтрак, но да ладно. Значит, что у меня? У меня... Подвинуться. Яичко. Зеленушка, два бутербродика, черный хлеб с маслечком и сыром. И тут у меня еще даже есть имбирька чуть-чуть. И котлетка. Котлетка немаловажно. И чаек. Чаек с лимончиком. Приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Вкусненько. Так, давайте сейчас как-то так. Чтобы было видно. Нужно же, чтобы еда была в кадре. Иначе неправильный мукбанг. Так, коты, успокоились. Алиса. Семейные драмы, как всегда. Все? Семейная драма закончилась. Можно приступать к еде. Даже не знаю, блин, с чего начать-то. С чего начать-то? Ладно, начну с бутербродика с черным хлебом. Вкусно. Теперь на фоне шторы. Что делать? У нас ночью явно были какие-то заморозки. Потому что вроде как все замерзло. Но сейчас все начинает оттаивать. Я сегодня никуда не поехала. Зеленуха. Блин. Вся повыпадала. Рот-то дырявый. Сегодня у нас... Какое сегодня число там? Склероз такая болезнь. 27-й, по-моему. Ну-ка, что телефон скажет? Угу. 27-й. Вчера в главном офисе был корпоратив. Но удаленным сотрудникам туда доехать далеко. Нет, пожалуйста, приезжайте. Никто не против. Но, знаете ли, билеты в Доминикану не дешевые. Поэтому, конечно, из удаленных никто не поехал. Причем, как и каждый год. Но на подарок, как я понимаю, выписали небольшую премию. Ну, и на том спасибо, Дедушка Мороз. Хотя, судя по сторис коллег, которые работают там в офисе, корпоратив был хорошие. Ну, ничего страшного. Честно говоря, я вообще не переживаю по этому поводу.
моей жизни было уже много корпоративов, поэтому, честно говоря, мне это не важно. Как же вкусно. Чаёк с лимончиком. Это же просто красота. Там напротив меня в окне собака, которая смотрит тоже на меня. Смотрит на меня и радуется. Ой, яичко. На Новый год пойду в гости. Думала. В принципе, туда не хочу, сюда не хочу. Вообще никуда не хочу. С удовольствием осталась дома. Ну, поскольку не очень далеко ехать, поеду. Друзьям, мне тут несут от меня дачи недалеко. В прошлом году как бы часто там были, часто звали, шашлыки жарили, то есть было очень чудесно. В этом году людей будет, конечно, поменьше, но это не помешает нам хорошо провести время. Конечно, если бы был снег, было бы лучше, но нету и нету. Я вообще не сильно страдаю по этому поводу. Как-то не люблю снег, поэтому его наличие меня напрягает больше, чем его отсутствие. Поэтому меня это не напрягает. Я готова к бесснежному Новому году. Так что поеду к друзьям на дачу. Единственное, нужно будет придумать, что с собой взять, какие блюда, потому что, когда мы собираемся этой компанией, то у нас нет такого, что кто-то один занимается приготовлением, уборкой, всем этим. Знаете, как когда в гости приезжаешь, когда все это автоматически на хозяина переносится. Либо как бы скидывается деньгами, хозяин это делает, либо хозяин просто это делает, зовет в гости, вы приезжаете с подарками. В нашем случае мы просто приезжаем там по 3-4 блюда с семьи. Ну, поскольку у нас будет меньше в этом году, то по 2 блюда. Поэтому мне нужно подумать, что я буду делать. Мне уже однозначно сказали, что давай стейки из куриной грудки, как я делаю на гриле. Ну и, наверное, овощной салат какой-нибудь. Без майонеза, то есть, как я люблю. Зеленуха, огурцы, помидоры. Блин, такая не выспавшаяся. И, наверное, что-нибудь еще. Не знаю, что еще. В принципе, время есть еще подумать. Ну, что-нибудь сделаю.
Салаты там будут у нас девочки делать. Ну, стандартные. Оливье шуба. Но я, в принципе, к ним равнодушна, поэтому, блин, я наелась уже. Ой. В общем, вот такие дела. Так что к Новому году я опять готова. Одеваться у нас, как бы, не будем одевать вечерние платья, то есть будет одеваться каждый, как ему удобно. Кто праздновал на даче, тот понимает, о чем я. Все, вот такие вот дела. Я наелась. Пойду работать. А вам хорошего дня. И новогоднего настроения. Это очень-очень важно. Какое у вас настроение, так у вас, в принципе, и пройдет праздник. Ну и отпраздновать его так, как вы хотите. В той компании, в которой вы хотите. Либо вообще в том месте, где вы хотите. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Хорошего всем дня и пока-пока.